Привет, это Вячеслав, магазин Ролики.ua, и сегодня в нашем обзоре Flying Eagle BKB, самые бюджетные ролики на жестком ботинке. Flying Eagle – это истинно китайский бренд, который пробует занять свое место в умах роллеров. И знаете, у них это получается, но обо всем по порядку. Все, что вы узнаете из этого видео, будет актуально для трех моделей роликов Flying Eagle. Это модель BKB, модель Dragonfly и также модель Sphinx. Давайте разберемся, в чем заключаются мелкие отличия. Ну, во-первых, у всех трех моделей разный дизайн. В модели BKB нет встроенной стельки, а модель Dragonfly имеет дополнительное ребро жесткости в раме, а также больше наполнителя в верхней части ботинка. Ну и в заключение, у данных трех моделей разная размерная сетка. В дополнение ко всем роликам Flying Eagle можно поставить вот такое вот фирменное лезвие, которое превратит ваши ролики в коньки. Для этого вы снимаете ваши колеса и ставите лезвие при помощи комплекта осей. Выглядит это как-то так. BKB – это недорогая полупрофессиональная модель, которая отлично подойдет как для обычного катания, так и для слалома либо фрискейта. Но если вы профессионал либо продвинутый роллер, то этих роликов вам будет мало. Дальше вы поймете почему. Ботинок этих роликов – это упрощенная версия более дорогой модели Raven. Лекал ботинка не самый универсальный, и эти ролики элементарно часто давят в ногу. Перед покупкой этой модели рекомендую мерить ролики в магазине. Каф или элемент поддержки ноги сделан из качественного плотного пластика. Не гнется и хорошо держит ногу. Крепится на заклепке. Лайнер – это то место, куда вы вставляете ногу. Сделан из ткани средней плотности. Нижняя часть лайнера хорошо прорезинена. Минус лайнеров этих роликов – то, что ткань в них не эластичная. Это снижает комфорт. Плюс есть вырез под пятку. Он охватывает пятку с обеих сторон. У модели есть антишок, который хорошо снижает вибрации и удары, что важно при прыжках либо плохом асфальте. Если вы когда-то прыгали на роликах без антишока, то... в общем, вы поймете, о чем я. Бакля установлена упрощенного типа с подкачкой, с неплохим качеством пластика. Правда, установлена на заклепку, что может создать проблемы при ремонте. Рама роликов выполнена из 6000-го алюминия с одним ребром жесткости и универсальными 8-миллиметровыми осями. На такую раму легко установить светящиеся колеса. Крепление рамы к ботинку пластиковое, но с железной резьбой. Данная конструкция позволяет роллерам с весом до 100 кг прыгать на высоту до 1 метра. Слайдер есть, но, к сожалению, встроенный, и поменять его будет не так просто. Колеса на роликах выглядят неплохо, но имеют мало мяса. Производитель заверяет жесткость 85А, но реально она меньше. Такие колеса при активной катке проживут максимум один сезон. Для удобных разворотов данная рама поддерживает рекеринг, правда без регулиров. Кстати, рекеринг – это когда средние колеса больше крайних. Ролики BKB имеют двойные размеры с 37 по 44, например, размер 37-38. Ролики по китайской традиции мало мерят, поэтому перед покупкой обязательно мерите стельку, либо покупайте сразу в магазине с примеркой. Подведем итог. Если вы начинающий роллер, который имеет ограниченный бюджет, но при этом хочет кататься на роликах с жестким ботинком, то вариант Flying Eagle BKB – это хороший вариант. Купите ролики Flying Eagle BKB со скидкой вы можете в нашем магазине Ролики.ua по ссылке в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пишите также в комментариях, на что еще вы хотите увидеть обзор. До новых встреч!